10 декабря принято поздравлять футболистов всего мира, независимо от исхода сыгранных ими матчей. Ведь этот день считается всемирным днем футбола. Обойти стороной такой праздник наши селебрити просто не смогли. О будущем нашей сборной мы поговорили с ними в нашей традиционной рубрике «Спешл». Ну, это сложный вопрос. Я думаю, что практически никто не может ответить на этот вопрос. Почему же никто? С Нюшей многие не согласятся. Например, девчонки из Виагры. Они, как ни странно, точно знают, как даже Кубок Чемпионата мира наконец будет в руках сборной России. В следующем году? Да. Скоро, скоро, очень скоро. Когда ты хочешь, обязательно это сбудется и получится.